Информацию о гибели животных, которые скончались утром 25 октября, руководство Приморского океанариума подтверждает. Правда, на территорию с камерами нас не пускают. Ответ мы получили в электронном виде после официального запроса. Мы подтверждаем гибель двух тихоокеанских белобоких дельфинов, которая произошла сегодня утром с интервалом в несколько часов. Вызвана полиция. Органы внутренних дел ведут проверку. В связи с этим дальнейших комментариев не даем. Как пишут другие СМИ, дельфины погибли из-за нарушения норм качества воды. В настоящий момент специалисты проверяют состояние приборов очистки и фильтрации в бассейне. По сообщению источника ВЛРУ, знакомому с ситуацией в учреждении, через полчаса после обнаружения тела погибшего дельфина у второго животного изо рта пошла пена. Через некоторое время вторая белобочка скончалась. Ученые предполагают, скорее всего, в бассейне океанариума, где живут млекопитающие, есть инфекция. Но однозначно судить об условиях содержания дельфинов, сивучей, косаток и моржей специалисты не могут. В океанариум их также не пускают, как и журналистов. Содержание в неволе – это всегда стресс. Поэтому нужно очень квалифицированное ветеринарное обслуживание. Предполагаю, что опыта серьезного ветеринарного обслуживания в океанариуме нет, поэтому происходят вот все такие происшествия. Горожане не паникуют, продолжают посещать океанариум. Двери в научный центр не закрыты. Ну а ситуации вокруг гибели животных многие уже сделали выводы. Я расстраиваюсь, конечно. Надо еще причину узнать, из-за чего они умерли, из-за погодных каких-то условий, из-за нашей экологии или за плохое обращение наших специалистов. Но я думаю, не все так плохо на самом деле. Сейчас вот только что вышли, и нам очень понравилось, животные рады. А мне кажется, что нет все-таки полного контроля. Совершенно отсутствует контроль, потому что это просто может быть даже и вредительство какое-то. Вот. Ну что это, вот животные не должны, нигде они не гибнут, а у нас гибнут. Местом происшествия Приморский океанариум становится уже не первый раз. За 3 года с момента начала строительства около 15 погибших млекопитающих. Сегодня 2 дельфина, а на прошлой неделе 5-месячный сивуч по кличке Старк скончался от удара тупым предметом по голове. За жестокое обращение с животными полиция уже возбудила уголовное дело. Как нам стало известно, сегодня представления дельфинов в океанариуме отменены по техническим причинам. В общем, неудивительно. За развитием ситуации мы будем следить и о новых фактах сообщим уже в ближайшее время. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.